2 года назад я прошла неудачное ортодонтическое лечение брекетами. После этого мне начала щелкать челюсть, появилось сильное напряжение, начались головные боли. Иногда даже было ощущение, что рот плохо открывается, челюсть заклинивает. У меня появился гипертонус и асимметрия лица с одной стороны. Врачи посоветовали пройти ортодонтию повторно и проколоть ботокс для расслабления мышц. После первой процедуры мне стало значительно легче. Мышцы расслабились, и даже рот стал нормально открываться, без боли. Лицо выровнялось. Даже знакомые отмечают то, что я изменилась. Сейчас я спасаюсь только этим аппаратом, потому что не готова идти на вторую ортодонтию и колоть ботокс. Для поддержания результата использую его 1-2 раза в неделю. Я профессионально занимаюсь боксом и уже на протяжении 4 лет плохо сплю. По ночам скреплю зубами, сводят челюсти, скулы как каменные бывают. Это бывает из-за стресса, из-за соревнований. Это все сказывается на организме. И врачи мне порекомендовали аппарат Mia Relaxer. Он расслабил мышцы челюсти, убрал гипертонус и через пару дней наконец-то выспался. Через неделю прошли головные боли, судороги, боли в шее и спине. Аппарат компактный, его удобно брать с собой на тренировки, на соревнования и на сборы. Вот уже как 15 лет я страдаю сильными мигренями. Для меня это большие мучения всегда. И муж мне сделал вот такой прекрасный подарок. Аппарат Mia Relaxer. Как-то раз от врача-гнатолога я узнала, что в 70% случаев головные боли возникают от сильного гипертонуса мышц, то есть от их перенапряжения. Я страдала бессонницей. И когда стала использовать вот этот аппарат Mia Relaxer где-то 2-3 раза в неделю по 40 минут, у меня сон улучшился. И самое главное, прошли головные боли. Мой муж, он страдает, у него зажим в шее. Я ему ставлю аппарат где-то 2 раза в неделю, и все проходит, все замечательно. Этот аппарат очень удобный, очень компактный, его можно взять с собой на работу, на дачу, в любую поездку. Мы очень довольны этим аппаратом и жалели, что тратили большие деньги на курс массажа. Этот аппарат, советую всем, гораздо лучше любых массажей. Приобрел для жены аппарат, Mia Relaxer называется, но вообще сам пользуюсь. Были боли в спине, в шее, буквально после 3-го случая применения все пропало. И в дорогу берем с собой, очень удобный, компактный, маленький. Всем рекомендую. Я очень довольна этим аппаратом, пользуюсь им 2-3 раза в неделю. Вот не чувствую никакого дискомфорта. Сейчас могу разговаривать, легко в нем разобраться. Он очень удобный, его с собой можно брать в дорогу, в поездку. В сумочку положишь и никаких проблем. Главное, что забыла я и о таблетках, и о лекарствах. Вот пользуюсь теперь только этим аппаратом. Очень долгое время я мучилась от головных болей. Пила огромное количество таблеток, обращалась к остеопатам, реабилитологам, но ничего не помогало. От боли я не могла уснуть. Последние 2 года на лице появилась асимметрия. Особенно это стало заметно, когда говоришь на камеру, либо улыбаешься. Но уже после первого сеанса на аппарате Mia Relaxer мышцы на лице расслабились, ушли зажимы. Прошло 3 месяца, я уже не вспоминаю про таблетки.